Всем доброго субботнего утра. На календаре середина июня. Мчим мы в сторону Минска. А если быть точнее, то на знаменитый временной канал из города Заславль, где совсем недавно отгремел второй чемпионат по фидеру-цельзи-клубу. Наши ребята взяли золото, показали классную борьбу, показали, как надо ловить лещей. Мы с ребятами решили, что стоит проверить данные водоемы, посмотреть, как выживают тамошние подводные обитатели спустя две недели после прохождения данного мероприятия. Рыбалка эта будет сопряжена с тренировкой, поскольку в этом году у нас на данном водоеме планируется большое количество разных соревнований, поэтому надо начинать немножко щупать, чем дышат лещи и что они хотят кушать, что они не хотят кушать. Попасть на грибной достаточно сложно, потому что водоем закрытый, туда без специальных поисков не пускают. И за то, что мы сегодня имеем честь рыбачить там, большое спасибо нашему Васе, тренеру команды, который на протяжении последнего месяца открывал пороги различных министерств, но все-таки получил на руки заветную бумажку со списком нашей команды, с номерами машин, которые нас будут туда пускать тренироваться. Вся ловля, естественно, из этого принципа поймал отпусти. Рыбу там никто не забирает. Свое просто порыбачить с удовольствием, обкатать составы, обкатать наработки какие-то и выработать командную тактику. А что из всего этого получится? Смотрите по ходу. Вот мы и на месте. Знаменитый грибной канал города Заславль. Даже буйки еще не подняли, нифига себе. Вот это будет интересно. Что они делают? Что они делают? Ты с утра похмеляешься, да? Жалко, камера запахи не передает. У кого-то сомненькая. Кашка. Фокусируйся, а? Тут у пацанов посветлее. Видишь, оттенки разные. Разные оттенки, да. Светлый совсем. У меня тоже такой немножко в сторону ушел. Что-то будет. Красовскому уже не имется. Как-то не успели мы закормиться еще. Только мешаемся, это тоже кормится. Ну, конечно, а потом он говорит такой, давайте на что-нибудь забьемся. Оторвался таки, да? Ну и тросы вроде бы как они были поопусканы, но... Ну, этот человек, который нам пробил подпуска. Большое спасибо нашему тренеру. Да, именно так. В часах 9:15. Начинаем ловлю, да, псих? Погода вроде неплохая. Тут нам помогают рыбу раскармливать веслами. Сначала попробуем. Пустим дело. Мотылика. Точек. Кормушек с десяток мы отправили в точку. Посмотрим, что из этого получится.
Ну что, первый? Но все равно. Чик. Ничего, ништяк. 1-0-0-0. Естественно. Ну, вот такую красоту мы сейчас отправим на точку нашу. Все, чтобы накормить лещика. Псих психанул. Пусть за темпо. Ах, какая прелесть. Бульк. Так, улов на итог нашей сегодняшней рыбалки. Рыбка клевать не очень хотела, но немножко поймали. Тут. А вон там Вася вывожит очередного лещика. Ну так, совсем чуть-чуть. Килограмм херово знает сколько тут. Больше. О, какая прелесть. Это рыбка. Псих, ты доволен? Да. Красавчик. Ну, немножко прибачили. Ну, по следам. Карась, смотри, чувак, ты карася валил. Вася карася завалил еще одного. Вырубай. По следам прошедшего чемпионата мира. То, что не заловили спортсмены. Ну вот и закончили наше сегодняшнее мучение, если это можно так назвать. Рыбалка подошла к концу, собрались, едем домой. Общий вес нашего улова составил порядка 25 килограмм рыбы. Ну, это лещ, немного подлещика, два карася попались. Один попался мне, такой грамм 800, наверное, на видео вы видели. Второй попался Васе, чуть поменьше. Рыбалка получилась и интересной, и замороченной. По лещу с такой ситуацией мы столкнулись впервые. Первые два часа рыба как бы немножко поклевывала, но это в основном была мелочь. А затем произошла стандартная схема гребного. Тупо на точке у всех нас встал лещ, выгнал с них мелочь, и все, и никакой активности не проявлял. Банально висел и клевать отказывался. То, что он присутствовал на точках, там, стало понятно очень быстро, потому что начались так называемые пацагуши, как зимой во время зимней рыбалки ловишь, когда лещ висит над лункой, да, и затягивает кивок, а цепляет плавниками леску, затягивает кивок. А
подсечку, в этот момент подсечку, подсечка результата не дает. Точно так же произошло и сегодня у нас. Банальные такие хорошие амплитудные подтяжки QR-зипа и обратное распрямление. То есть, в течение минуты могло произойти таких 3-4 подтяжки. То есть, что лечь стоял на точке, цеплял плавниками, там, наверное, крутился. Вот. Но ближе к концу рыбалки нам удалось раскусить эту рыбу, опустить его ко дну именно на прибор и ставить его клевать. Во-первых, подействовала ароматика плюс животные компоненты. Вот. Еще одна хитрость, которую большую применяют редко, но на данный момент мы уже ее раскрывать я не буду, потому что в этом году еще много соревнований на рекламе, я думаю, что это штука на случай. Вот. Тем не менее, палки мы остались довольны. Что хотели, то и получили. Каждый из нас получил. Вот такие хорошие речевые загибы. Поддержали рыбу, поймали. Самый большой лещ даже за весь 2,50, по-моему, там власть. Но он такой на самом деле худой. Как обычно на грибном бывает, он здоровый, но худой. Поклевки получили. Рыбку более-менее раскусили, хотя бы на сегодняшний день. Да, если получили. Самое главное, что сполна насладились гостеприимством грибного, получили замечательную рыбу. Рыбу, конечно же, все отпустили, потому что, во-первых, у нас ее не ест, а во-вторых, да и неэтично собирать с грибом, с пациентом подаем. Пускай живет, пускай радует, соревнования много еще проводить себя. Решили, что собирать не стоит. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Увидимся на водоеме. До скорых встреч.